Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Max Payne 2. В последней серии мы за Макса играли в этом предназначенном под снос здании, но в результате он потерял сознание, упал с большой высоты, теперь мы играем за Моном. Здание скоро снесут. А что нам делать с телами? Они что, должны в воздухе раствориться, когда здание взорвется? Непорядок! Босс разберется, уж доверься его злому изощренному уму. Жопу у него, пуль непробиваемая какая-то. Так, ну короче говоря, это действие происходит параллельно с предыдущей серией, с тем, что происходило там. То есть Макс в это время у нас бегает, убивает своих врагов. Моно в это время на другом конце здания бегает, справляется со своими неприятелями. А мы, собственно, играем за тех и за других по очереди. Так, ну что, куда они убежали-то? Выстрел в жопу не произвел должного эффекта. Сраку не разорвало. Так, это кто там такой наглый? Хорош. За Мону играть интересно, она очень быстрая такая. Так, подожди. А, все понятно. Я думаю, а зачем нам сюда идти? Оказывается, там внизу закрыто все. Так, подожди. А сюда я не могу пойти, да? Ладно, мы сюда, видимо, зря ходили. Или что? Да, похоже на то. Зачем это вообще помещение существует? Не совсем пока понятно. А, вот, смотри. Хорошо. Сейчас ты мне за все ответишь. А, мне кажется, или у Моны, когда она стреляет из своей снайперской винтовки, у нее, кстати, СВД, нет такого эффекта, как у Макса, когда он в кого-то стреляет и пуля летит, показывает ее, как в том же Снайпер Элите. У Моны, потому что я два раза стрелял, и два раза у нас этого не было. Не знаю, может, совпадение просто. Давайте прыгать. Минус. Второй должен быть, да? Ну ладно. Вылезет, убьем. Надеюсь. Ой, как тут все опасно. Можно убиться. Тихо. Ой-ой-ой. А дохнет-то уже. Хорошо, ушел. Неплохо. Так, ладно. Мон у нас по самые коленки здорово. Ну-ка, давайте еще раз попробуем. Да, ёлы-палы. Ты прям Нео, какой-то подвижный. Так, оттуда кто будет? Вроде никого. Ну, один тут, похоже, был, да? Мы сейчас, я так понимаю... Ладно, куда-то едем. А, все. Самое главное, патрон не попасть. Хотя можно, почему бы и нет. Нас тоже маленько зацепило, конечно. Но было весело. Так, ладно. Что дальше-то? Тихо. Что-то, блин, до хрена их стало.
Только я в предыдущей серии жаловался на сложность, так они натурально начали, вон, сами видите, что творить. Ну ладно, как говорится, хотели получить, распишитесь. Так, тихо. Ладно, не будем. Еще кто что скажет умного, нет? Так, вроде... Ты что творишь-то, урод? На Кауфмана похож был. Но это не он, понятное дело. Так, ну вроде все. Поспокойнее стало. У тебя Инграма нет случая. А у тебя МП5 аж. Это хорошо. Хороший пистолет-пулемет. Тут он нам пригодится. Тут что? Ой, там, по-моему, кто-то стоит, нет? Нет, никого. А, стоит, смотри. Сейчас он подойдет поближе. Еще есть желающий? Вон там еще один, смотри. Ага. Отлично. Ой. Так, ладно, со здоровьем у нас все довольно-таки печально. Все, больше я не буду говорить, что в этой игре не хватает сложности. Сложности в ней хватает. И, похоже, просто в предыдущей серии, в предыдущей части, в первом Max Payne тоже поначалу, насколько я помню, было все довольно просто. Но потом, как нарастающий ком стало. То есть тяжелее и тяжелее. Здесь, я так понимаю, так же, что ли, будет? Потому что если сравнить вот это вот и то, что было... То, что было, скажем, в начале игры, это просто разительная разница. У нашего персонажа опять... Так, у нашего персонажа опять одна голова. Довольно-таки привычное состояние в этой игре. Ой, теперь вообще полголовы. Значит, будем почаще сохраняться. Ой, блин, смотри, попали. Вот, вот эта сложность мне нравится. То есть, на секунду высунулся, сразу хапнул. Это, по-моему, прекрасно. Бегут. Он оттуда обходит. Ну, давай. Ты смотри, а? Скотина. Так, сохранились. Побежали встречать его. А где он? Ах, скотина. Успел попасть. Блин, враги, что с вами произошло за одну серию буквально? Вы просто натурально преобразились. А, блин, неудачно сохранился. А, да блин, теперь у меня управление выключилось. Эта игра любит такие приколы. Ой, ёлы-палы, сколько вас тут? Нет, 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 нет. Смотри, один живой еще. Тихо, 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 тихо. Ребята, давайте это обсудим. Хватит, пожалуйста. Офигеть. Блин, вот это вот попёр хардкор. Ты там живой, нет, братья? Фу. Так, дайте отдышаться. Что-то это какой-то кошмар. Так, ладно. Птичек тут у нас, похоже, не замечено нигде. А вот, смотри, целых три. Что еще тут есть? Это расстрелять можно? Можно. Активность на высоте.
Шахты Рифт. Ну ладно, пойдемте, куда нам нужно. Он туда, похоже, нужен. Так, патронов у вас и патроны я с вас собрал. Ой, блин. Что-то, мне кажется, сейчас толпы народу будут. Ну да, Макс там как раз нашел оружейный склад этих чистильщиков и непонятных солдат. А вот мне так не кажется. Давай. Блин, успел попасть. Тут уж я сам виноват. Просто стоял, не двигался. Так, хорошо. Но с этими-то просто воевать. Чистильщики, они особой такой конкуренции не составляют. То есть это обычные гопники, которые наняты вы не гоните. Ну, что с гопника взять-то? А вон те военные ребята, они уже довольно-таки... Да-да-да. Дадут, как говорится, просраться. По-моему, здесь, кстати говоря, будет одна из моих нелюбимых миссий. То есть надо будет прикрывать Макса с помощью снайперской винтовки. Если я ничего не путаю. Я вообще не люблю миссии, где нужно прикрывать кого-то и защищать. Но какой у нас есть выбор? Пройдем. Мона, не думай, что я спятил. Но мне нужно, чтобы ты вызвала сюда полицию. Точно ты спятил. Я же в бегах, Макс. Только что смылась из кутузки. Но мне правда очень... Катись ты. Придурок. Доложите обстановку. Нормально. Откуда? Трос! Ты что творишь, Тарзан? Сверху еще можете стрелять. Это становится все веселее и веселее. А нет, это только там можно сверху стрелять. Понятно. Блин, Мона. Какой Калашников в твоих руках огромный, кажется. Миниатюрная девушка вроде бы. А так нарезает врагов, да? Что-то тишина какая-то нездоровая. Жду какой-то подляны. Есть уже такая привычка. Макс, что происходит? Сейчас все рванет к черту, вот что. Макс, черт тебя подери. Так, так где народ? Я тут одного видел, а больше никого не видел. А, понятно. Я думаю, откуда стреляют. Блин, я ж попал, как ты живой? Я тебе попал прям в шею. А ты живой. Ну да ладно. Не очень дружелюбная встреча. Подлечимся, да вперед из песни. Да падай ты, бать, падай. Задел, нет? Ну давай, блин, это напряжно. Все, готов наконец. Ладно, хоть подлечиться можно теперь. Так, ладно. Плеч у нас есть, это уже хорошо. Давайте все-таки калаш возьмем.
Макс, Макс, что происходит? Макс там шваркнулся. Сохраняемся. А вот и Макс полетел. Вышвырни правила в окно и сам отправишься следом. Макс? Макс! Это было не первое мое падение за эту ночь. И все же оно было лишь прелюдией. До самого дна оставалось падать еще долго. Туда, бегом! Макс, гости! Мона, тебе придется позаботиться о них. Мне нужно время. И я не мог жить без нее. Да. Так, блин. Это та самая миссия, по-моему, да? Которую я не люблю, про которую я вам рассказывал. О, как его швырнуло. Так, я снова в деле. Попробуй попасть внутрь и найти меня. Так, все, мы дальше внутрь идем, похоже, а Макс там сам справится как-то. Поможем этому засранцу. Ой-ой-ой. Да ёлок-палок. Так, все, Макс прошел. Продвигаемся. Хорош. Неплохо. Надо перебраться через двор к другой двери. Прикрой меня. Ну, конечно, куда я денусь-то? Макс, мне сложно отсюда целиться. Я пройду обратно через здание, чтобы занять позицию получше. Что, поболтаем еще немного, или, может, я пойду? Так я и думала. Так, мне, видимо, сюда двигаться. Куда мне двигаться-то? Так. Дела были плохи. Единственная надежда была на то, что Мона найдет место с видом на двор и успеет убить этих командос. Видимо, сюда, куда-то назад. Других вариантов пока особо нет. Без помощи Моны я был бы уже мертв. Да успокойся, Макс, сейчас найдем. Первый раз за очень долгое время я понял, что не хочу умирать. Спокойно, Макс. Я ищу хорошую позицию. Вот вроде нормальная позиция будет. Макс, путь свободен. Я пошел. Прикрой меня. Опять прикрой. Да, ты, Тарзан, мать, ушел. Поняла. Я пойду к лесам на другой стороне двора. К лесам на другой стороне? Куда теперь мне идти? Я не совсем понял. Так, ну-ка.
У самой-то Моны со здоровьем уже довольно серьезные проблемы. Возможно, я где-то аптечку, кстати, попросил. У меня было мало времени. Я не спускал глаз с лесов, ожидая, когда появится Мона. Так-то да. Только у Моны, вы посмотрите, у нее даже скальпа не осталось. У нее там вообще кошмар какой-то. Тихо. Мона, это не я, а эти ребята тебя торопят. Им явно не терпится тебя увидеть. Я стою того, чтобы ждать. Я уже почти на лесах. Что, там все умерли? Даже тараканы? Хорошо. Давайте быстрее. Что-то у Макса там уже совсем мало здоровья осталось. Мона, вот сейчас самое время появиться. Да успокойся ты уже. Макс, а то все пропустишь. Сохраним. Макс, я на месте. Да, блин, а. Сложно. Подожди. Макс, я на месте. Ой-ой-ой, куда-то полетел он. Что ж такое? Так, ладно. Все, собрались. Макс, я на месте. Да на месте, хватит повторять. Даже не буду на снайперку переключаться. Еще желающие есть? Дверью ничего не вышло. Здесь есть ворота в соседний двор. Попробую их. Ладно, я проберусь через здание и встречу тебя там. Давай, Макс. Надеюсь, тебя больше не придется прикрывать. Да, все, ушел. Мона, я нашел кое-что, что поставит меня на ноги. Что это ты нашел такое? Так, все, куда дальше идти? Макс, я нашла дорогу. Я уже иду. А, вот сюда, что ли? Или вон? Блин, неохота было бы спрыгнуть, а потом обнаружить, что тут наверху что-то осталось еще. Скажем, здоровье, там, аптечки. Ну, видимо, нет. Ладно. Я ж тут был, нет? Должно быть, Мона тоже слышала сирены. Вряд ли ей это понравилось. Черт тебя побери, Макс. Я же просила тебя не вызывать копов. Ничего, Мона, переживешь. Так, давайте подождем, пока у него восстановится здоровье. Сохранимся. Хотя какого хрена? Добрый день! Пошел. Ох, хорошо шваркнулся. Блин, ну. Так. Как видит Мона, целься в баллон из газов. Ну и чё? Я был должен как-то убить кого-то с помощью них, что ли? Плохая новость. Здесь первая дверь тоже заперта. Очень плохая новость. Команда с рады меня видеть. Да ты запарил, Макс. Я и не знал, что ты такой нытик, когда играл за тебя. Я иду на второй этаж. Я тебя прикрою. Ну, давай. Или он все убил его? Так, где Макс? Вот Макс у нас идет. Заперто. Тут уже двери кончаются. Да ты издеваешься. Без прикрытия мне туда не добраться. Хорошо.
Хорошо, оставайся на месте. Я найду позицию с другой стороны двора и скажу тебе. Если она не доберется до другой стороны двора, меня убьют. Все было просто. Откуда шарашит опять? Так, сохранимся. И давайте разбираться. Ну ладно. Видимо, не тут. Так, хорошо. Ой. Вот эти ребята серьезные, видите, от одной встречи у меня сразу... Понамассажировал. От одной встречи у меня сразу ушли все жизни. Ну ладно, хоть боль утоляющая дает более-менее. Так, сохраняемся. Да, нужно по-быстрому идти туда, пока Макса не убили. Не люблю кого-либо защищать. Ой, не люблю. В играх это, по-моему, как правило, бывает головной болью настоящей. Так, нам сюда похоже. Ладно, поехали. Назар, внимание, марш. И он побежал. Толпа безумства. Йола Павла, где там? Братская могила близнецов. Я ему что, в кончик пальца попал в ноги? По-моему, штурмовая винтовка тут будет более предпочтительной все-таки. Макс, смотри, почти же, почти может... Встретимся на той стороне. Слушай, Мона, там в павильоне ужасов ты хотела поговорить о том, что случилось. Да. Ну и? Что ну и, Макс? Повтори, ты пропадаешь. Еще команда. Мона, ты не могла бы? Макс, Макс, выйди на связь. Ты меня слышишь? Ублюдок. Кто? Откуда? Ах, блин. Откуда вы взялись, уроды? Встретимся. Слушай, Мона, там в павильоне ужасов ты хотела поговорить о том, что случилось. Да. Ну и? Что ну и, Макс? Повтори, ты пропадаешь. Еще команда. Мона, ты не могла бы? Макс, Макс, выйди на связь. Ты меня слышишь? Так, ладно, теперь сохраняемся и... Кто ублюдок-то? А, вон оттуда шарашит. Все, ребята, летать. Пора валить из здания, уже слишком близко эти сирены воют. Так, сохраняемся. Ты тут, по-моему, был, да? Где ты? Хорош. Ладно. Еще есть желающие. У меня жизни уже мало осталось. Но, блин, как же выберемся-то мы уже отсюда? Ты смотри, что творит. Пошел. Так, ладно. Отлично. Сирены затихли. Мона должна быть рада. Другое место, другой срочный вызов. То есть копы не приехали? Ах, блин.
Но это все из-за того, что я изначально заслушался, Сирена не заметил. Мона должна быть рада. Лично. Другое место, другой срочный вызов. Четко. Фу. Заметили, да, мне все чаще и чаще приходится грузиться. Это, по-моему, показатель того, насколько возросла сложность игры. Это меня радует. Но полиции ждать не приходится. Ладно, справимся без полиции. Я думаю, здесь уже, блин, войска пора вводить после такой дикой перестрелки. Тут уже, наверное, все кварталы слышали, когда поблизости есть. Блин, со спины кто-то расстрелял. Тихо, ребята. Да блин! Скотина без палева подошел. Что ж так долго-то? Пока он взорвется, тут уже можно родить Дамона. Так, ну ладно. Жизни не особо много. Да. Тут, похоже, поплюхаемся еще. Так, что-то у нас по времени-то. Сейчас, секунду. Вообще, знаете, давайте мы на этом завершим эту серию. В следующий, я думаю, все-таки выберемся с этой стройки. Ну что я могу сказать, меня порадовало то, что сложность в игре возросла, причем довольно-таки сильно, ощутимо так возросла. Это, на мой взгляд, преобразило игру, потому что вначале стрелять было не особо интересно. Ну то есть стрелять было интересно, но враги были по большей части как болванчики, то есть статисты. Теперь же они составляют настоящую угрозу. Это, по-моему, круто. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.